Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в сегодняшнем видео мы с вами вместе откроем подарок от моего друга SPU3. Спасибо тебе большое за то, что ты прислал этот подарок мне. Ребят, если вы хотите взять пример с SPU3, то можете найти мой никнейм на евросервере в описании к данному видосу. Ну а по вашему подарку будет снято отдельное видео. Заранее всем спасибо, кто пришлет подарочки. Ну, SPU3, жму руку. Огромная тебе благодарность за то, что ты поддержал канал в его развитии. Ну что, друзья, открываем. Посмотрим, что там, что бы там ни было, я уже счастлив, потому что это проявление внимания ко мне, и это действительно приятно. 2 черных ящика, 10 купонов и 390 осколков Фортиума. Да, это действительно круто, осколки Фортиума нужны, хочу прокачаться полностью по танку 8 уровня. Ну и сейчас с вами откроем обязательно 2 черных ящика, и если я правильно помню, то должно хватить еще и на один прокрут рулетки на ВЗ-ху. 100 голды, так, хорошо. Мне ни разу, кстати, не выпадал контейнер 2 уровня черный. Вот он, черный ящик 2 левела, только сказал, и пожалуйста. Итого 400 голды, и плюс еще здесь есть возможность открыть конт. Но, давай, третий левел или голды, миллион сразу, нет? 500. Ну, слушайте, по грубым подсчетам, я там полностью не посчитал, но получается 900 голды, правильно? Там 900 или 1000, не, по-моему, 900 все-таки голды. Это действительно круто, интересно. Плюс к тому у нас есть еще купоны, и за эти купоны мы сейчас крутанем рулеточку. Ребят, если у вас есть возможность, помогите мне, пожалуйста, пройти рулетку на ВЗ-120, 1 ГФТ. Очень хочу себе данную машину в коллекцию, и был бы вам очень благодарен за то, что вы пришлете мне подарочки, в которых есть купоны, за которые можно данную рулетку крутить. У меня 11 купонов, нам хватит пока на один прокрут, и мало ли, может прямо сейчас за вот этих 7 купонов мы выпьем себе ВЗ-ху. Хотя я очень сильно в этом сомневаюсь, я уверен, что здесь ВЗ-ха будет где-то на последних уровнях, или скорее всего вообще в конце всей рулетки. Нет, ребят, к сожалению, всего лишь 100 тысяч кредитов, по большому счету, на нормальной фармящей машине 8 уровня, всего лишь 2 победы, и, в принципе, эта сумма у вас в кармане. Следующий прокрут стоит 15 купонов, у меня всего 4, и я надеюсь, что среди вас есть те зрители, которые имеют возможность подкинуть пару подарочков для того, чтобы мы прошли эту рулетку с вами вместе. Я побежал снимать специально для вас. Ну а вы, друзья мои, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки данному видео. Ну и огромное спасибо всем тем, кто поддерживает меня и канал в развитии. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.